Нажал, да? А все. Дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики Ютуба, специально для вас вот это я видео снимаю. Что хочу сказать? Всем вам добра, любви, друзья мои. Я специально приехал в деревню, к маме приехал. Тут у меня есть моя самая любимая сестра. Сними ее тоже. Чуть поближе. И свой палец тоже убери, который айсон. Все видно, да? Вот моя любимая сестра, как хлеб готовит, друзья мои. Это называется даракат, друзья мои. Это... У каждого у нас есть свой любимый, который, как говорят, как готовит хлеб, вот это вкусное. Я обожаю, специально, правда. Я самовар поставил, специально чай сделаю сейчас. Вай. И это моя самая любимая сестра, которая у меня единственная сестра, я ее, которую очень люблю, уважаю и буду всегда любить ее. Как она, никто вот так вкусно вот этот хлеб не готовит, специально, правда. Спасибо ей большое. И специально я приехал, то, что я для нее буду песни петь, любимая ее есть, которая песня, специально буду петь. И хлеб будем готовить, друзья мои. Так что, друзья, обязательно в комментариях пишите, какие вам следующие музыки. Вот смотри. Пойдем мы еще покажем. Смотри, как у нас во дворе. Вот это моя мама сидит. Вот смотри, это у нас. Вот мама что делает, не видите? Она любит цветы вот такие красивые. Так красавица, я Амелия. Амелия, как ты сказал, сарай? Давай-ка еще раз, как сказал? Сарай. Туда скажи. И как скажи, вот сюда-сюда, прямо на камеру. Скажи, как скажи? Айса, ты тоже скажи, Амелия. Сарай лесгия. Айса, вот моя мама сидит тоже. Вот красавица сидит. Делай руками, мама. Вот, дорогие друзья, вот. Что я вам хочу сказать? Всем салам алейкум, всех люблю. Пойдем теперь будем для вас играть, смотри. Эй, Гельбюбах, это специально для тебя. Заходи сюда. Там видно хоть нас нормально? Качество нормально видно? Или плохо? Четко, да? Mm-hmm. О, это хорошо. Смотри, о, чай сделал, прям чай с сахаром. Сестра тоже любит. Моя любимая сестра очень любит сахаром чай. Я ей тоже сделаю. Четкий чай. Ай, короче, как говорят, мы будем чай пить и специально для вас один четкий момент сделаем. Погнали, как говорят. Ой, бай. Николай Алатач, Аян Бахтар. Меня там видела Ширин Бахтар. Аллах тиган азаз, тиган бахтар. Хуши без никандай, Аян Бахтар. Николай Алатач, Аян Бахтар. Меня там видела Ширин Бахтар. Аллах тиган азаз, тиган бахтар. Хуши без никандай, Аян Бахтар. Аян Бахтар, Рикели Хтайла. Учи Бахтар, Рикели Хтайла. Андашка, сижи с Бахтар Тайла. Никити на вас, Галай Лайла. Аян Бахтар, Рикели Хтайла. Учи Бахтар, Рикели Хтайла. Андашка, сижи с Бахтар Тайла. Никити на вас, Галай Лайла. Аял Бахтар, Учи Бахтар, Рикели Хтайла. Санти, Аял Бахтар, Учи Бахтар, Рикели Хтайла. Thank you.
Всем здоровья вашему дому, баракат. Мы всегда любили. Вот это лезгинский хлеб называют, друзья мои. Это как называют? Как по-честному называть? Хиранфу называется вот это. Есть хиранфу? По-честно сказать, хиранфу называется. Реально очень вкусно. Прямо специально хочу. Представляете? Чаровафу. Вот это, да? Да. Вау, чаровафу называется. Это лекиская. Я и сестру очень люблю. Дай Аллах все, друзья мои, любите своих родных. Вот это называется чаровафу, друзья мои. Это называется, вы представляете, вот это сыром прямо. То, что надо, друзья мои. Всем вам желаю вашему дому баракат, друзья мои. Любви. Вы были самым главным здоровыми. Не забывайте своих родных. Постоянно приезжайте, навещайте. Не стоит иногда это работу бросать, а то я понимаю, вы с этой работой уже забыли своих родных, все думаете этим, с этими инстаграмами, со всякими. Правда, иногда отключайтесь немножко, друзья мои. Приходите, навещайте родных. Просто приезжайте. Всем вам здоровья. И теперь один хороший, четкий момент песни еще сделаю. Специально для вас, дорогие мои. Ну, как хорошо делал. Да? Чао. Специально этот момент делаю для вас. Да, погнали, смотри, как нежно прямо. Ашма бела дюя.
С ней дуэт буду петь, четко песни, все впереди, друзья мои. Ждите обязательно на мой канал, подписывайтесь, YouTube канал, друзья мои. Всех вас люблю, кому какие комментарии, напишите внизу, друзья мои. Я вам обещаю, все новые песни, все новые будут, все в моем YouTube канале. Всех люблю, всех обожаю, всех приглашаю к себе гостю, деревни. Прямо вот такие есть, прямо херамфу называется. Кушать, наслаждаться. И вы узнаете наше гостеприимство. Всех обнял, всех целую. Всем салам, друзья.